Название команд – первая заявка на удачную шутку. «Доктор Пеппер» – команда РГСУ. Сочинцы назвали свою команду «Жара». Рожденные в тельняшках с претензией на удачу по жизни легко расправились со всеми соперниками по четвертьфиналу. Это их выступлению аплодировали несколько минут. Их стендапы и шутки в разминке вызывали взрывы смеха в зале. А на детской площадке сразу видно, у кого отец моряк. Ребят, что у меня знак? Зови домой. Опять не успел. Пока, ребят. Завтра еще выиграем. Во второй четверти финала за выход в полуфинал играли две команды гостей – ФБР из Новороссийска и Пятница из Геленджика. Новороссийск продолжит бороться за кубок открытой Анапской лиги. Геленджик по результатам игры остался за бортом. Знаете, шутить про то, чего вы не знаете и чему не были бы свидетелем, знаете, там открылось, не открылось, вы в общем смотрите. За игру спасибо, не обессудьте, если кто-то на меня после подъема оценок обидится. Ребят, огромное спасибо залу, который принимал замечательные команды. Давайте поаплодируем этим людям, которые вынуждены были принять эту игру, какая есть. Очень обидно будет, если все-таки вас распределят на Камчатку или в Севастополь, пацаны, а не оставят здесь в институте. Анапский КВ реально приобрел с вами свой колорит военный. Вам спасибо за это. В полуфинал вышли ФБР «Новороссийск», команда «Доктор Пеппер» РГСУ, семья Кубгау, «Жара» Сочинского и рожденные в тельняшках. Фавориты конкурса и признанные победители по оценкам жюри и аплодисментам зрителей. И пусть говорят, что КВН нынче стал не тот. Каждая игра в Анапе по-прежнему праздник шуток и традиционная, ожидаемая молодежная тусовка. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа регион.